так клёво, прикольно и весело в школе у нас. Мне бывает скучно так, что хоть на стену лезь, но заняться чем-то лень. Найти бы место мне, где можно все, где всем везет и где все задом наперед. Тогда с ума мы все сойдем. Сливайте воду, цвет тушите, на вечеринку приходите. Здесь я могу, что захочу. Давайте к нам в школу Вейсайд, к нам в школу Вейсайд. Сайт-хай. Майрон против Норми. Автор сценария Деннис Хитон. По мотивам книги Луиса Сетчера «Школа Вейсайд». Твой рисунок очень аппетитный. А это... тоже ничего. Два съедобных яблока. Есть. Минус 13 виноградин. Вот. И еще банан. Есть. Какой вкусный ананас. Такой сочный и сладкий. Как моя любовь к Тоду. Белый и хрустящий. Но без семечек было бы лучше. Это не семечки, мистер Джулс. Это мои глаза. Правда, у них честный и открытый взгляд. У них вид президентский. Похоже на семечки. Правда? А может быть, здесь мало света? Как сделать так, чтобы было посветлее? Просто включи свет. Что-что? Выключатель. Какой? Он не понимает. Майрон хочет стать президентом класса, а единственная обязанность президента – включать и выключать свет. Молния в классе! Уберите ее! Может, нам лучше убрать вещи? Это самая лучшая работа для президента класса. Эй! Майрон, будь осторожен с краской. Луис только что постелил новый газон. Это не я сделал. Не ты? Тогда кто? Если я признаюсь, мне ни за что не стать президентом. Кого же обвинить? Кого? Майрон, я жду. Я не стану лгать. Это был мой брат-близнец Норми. Сейчас я его позову. Мне нужен костюм. Срочно! Ага! Миссис Джулс, это я, Норми. Норми? Да. Мой брат Майрон убедил меня сознаться в моем проступке. Прошу, накажите меня, и пусть мой честный и безупречный брат Майрон станет лидером нашего класса. Норми, ты как глоток свежего воздуха. Кто-кто? Тебя нужно представить классу. Как же Майрон? О, за него не волнуйся. Класс, представляю вам брата-близнеца Майрона, Норми. Привет. Наверняка вы думаете, где мой брат? Я схожу за ним. Майрон не говорил о брате-близнеце. Это потому, что мы... Эй, у тебя шнурок развязался. А, спасибо. Главное, безопасность. Это девиз Майрона. Ты не похож на Майрона. Мама говорит, что Майрон самый умный и красивый. Правда? А мне ты нравишься. Ты милый. Майрон. О, нет. Я не Майрон. Я Норми.
Давай, я помогу тебе заснуть. Пою ваше веслотки снов, тяну уроки, шевочки слонов. О, как мило! Он помог Шерри уснуть. Теперь она станет лучше учиться. Норми, ты супер! Садись со мной! Нет, садись со мной! Нет, садись со мной! О, Норми, сядь со мной! Лучше сядь ко мне. Я хочу сесть за парту Майрона. Я знаю, мой брат будет не против. Норми, что у тебя за шутки? Майрон, что ты делаешь? А? О, Майрон просто хочет избежать взбучки. Майрон получит взбучку, когда миссис Джулс все узнает. То есть ты получишь, не он. Так как он, это ты. Ты Майрон. Но всем ребятам нравится Норми. Я хочу побыть таким же популярным. Хотя бы недолго. Ну, совсем недолго. Недолго? Это сколько? До окончания школы. Ну, хорошо. Может, я побуду Норми до обеда, а потом признаюсь. Честно. Самый лучший обед в моей жизни. Да, и он, к сожалению, прошел, Норми. Уже час. Помнишь, что обещал? Я всегда держал свое слово. Всегда. Ой, ты это видела? Глазам не верю. Норми, твой брат-близнец Майрон ни разу не смог этого сделать. Я вижу, ты от него сильно отличаешься. Норми, ты наш новый президент класса. Норми, Норми! Норми, то есть Майрон. Я знаю этот взгляд. Я его уже видел. Президент, да, это будет классно. Норми! 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 О, вы так добры ко мне, и я так не хочу вас разочаровывать, поэтому я согласен. Да! Это замечательная идея. Норми станет президентом прямо сейчас. Если только нет никого против Норми. Миссис Джулс, у меня есть другой кандидат в президенты. Кто? Майрон. Что ты делаешь? Я вот настолько близок к тому, чтобы стать президентом. Да, но ты все время врешь. Ты врешь мне, ты врешь самому себе. А это плохо. Прости, но ты обещал, что вернешь Майрона, а я просто тебе помогаю. Нет, Норми сказал, Майрон этого совсем не хочет. Вот как? Я знаю, от чего Майрон никогда не откажется. Это классные выборы. Давайте начнем дебаты. Дебаты? Ну, как мне спорить с собой, то есть с Майроном? И что мне теперь делать? Я не знаю, но у тебя всегда есть возможность сказать правду. Ладно, тише, класс, успокойтесь. Норми, может, откроешь дебаты вступительной фразой? Да. Я готов. Пусть победит сильнейший. Да! А теперь его оппонент Майрон. Вот что я хочу сказать. Сильнейший это я. Ура! Итак, первый вопрос, Майрон. Какова главная обязанность президента класса? Ответь. Это отличный вопрос. Всем известно, что главная обязанность президента – это включить, обеспечить, обещать все. О, президент должен следить, чтобы потолок не упал. Вот. Норми, тот же вопрос. Норми, Норми. Спасибо, мисс Джулс. Каковы обязанности президента? Лично я стану помогать одноклассникам. Вот так. Но,
Норми, объясни нам, какая единственная главная обязанность президента? Ну, конечно, президент класса, он следит за тем, чтобы потолок не упал. Ты победил. Майрон, а где Норми? Нет никакого Норми. Это я, Норми. Он, это я. Я изменил прическу и перевернул свое имя. Майрон, вот это сюрприз. Ты одурачил нас. Да, но ничего. Раз оба кандидата в президенты это я, то я выиграл, правда? Наверное, вы на меня злитесь. Что ты, Майрон? Мне нравился Норми, но ты все же лучше. Особенно тем, что похож на Норми. Надеюсь, ты усвоил урок. Еще бы! Урок такой. Не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Нет, по-моему, урок следующий. Лучше быть самим собой. Нет, не то. Может так, победа — это не все, а абсолютно все. Лучше быть самим собой. Пришел, увидел, победил. Нет, будь собой. Делай то, что должен, и ты обязательно победишь. Опять не то. Все хорошо, что хорошо кончается победой. Нет, это все не то.